Итак, в этом видео я хотел бы поговорить о Smart Controls и о Remix FX, которые я уже вкратце затрагивал. Давайте по порядку начнем со Smart Controls. Smart Controls у нас доступен для каждого выбранного трека. Он обновляется в зависимости от параметров и инструментов, которые установлены у нас на данном треке, и от типа трека, то есть если это аудиотрек или MIDI-трек. Сейчас у нас выбран Soft 70s Lead, и, соответственно, это инструмент алхимии, поэтому у нас Smart Controls у нас в основном состоит из элементов управления синтезатора алхимия. То есть у нас здесь есть Transform Pad и различные выведенные эффекты. И на Logic Remote у нас есть здесь аж целых две страницы, которые, ну, по сути, дублируют то же самое, что у нас есть и вот в полноценной версии в самом Logic. То есть мы можем какие-то эффекты здесь параллельно видоизменять. Также можно, конечно же, прописывать автоматизацию в реальном времени, то есть некоторые параметры реально удобнее прописывать с помощью пальцев, нежели мышкой. Поэтому Smart Controls сюда выведены, и, опять же, если поменять трек, то Smart Controls будут свои. То есть у каждого трека свои Smart Controls, они настраиваются. Про это я рассказывал в отдельных курсах по работе со Smart Controls, в том числе и в продвинутом курсе, если вдруг пропустили, посмотрите. Вот. Поэтому Smart Controls у нас у каждого трека свой и набор, точнее, этих контроллеров. И просто выведен сюда для удобства. Он толком ничем не отличается от того, что у нас есть в самом Logic. Просто, как я уже сказал, некоторые моменты гораздо удобнее пальцами контролировать, нежели мышкой. Вот. Поэтому, соответственно, у нас и здесь есть вариант использования Smart Controls. Далее, давайте перейдем к Remix FX. Я уже вкользь упоминал его в начальных видео. Доступ к нему идет через вкладку Mixer. То есть, когда мы заходим в Mixer, вот у нас справа в углу вверху есть кнопка FX. Что это значит? У нас устанавливается на мастер, если у вас вдруг не установлено. Вот этот плагин Remix FX, который вот так вот выглядит. Про него я подробно тоже записывал видео в рамках продвинутого курса в обновлении 10.5, где он появился. Я там разобрал все его настройки. Но сейчас вкратце пробежимся по основам. То есть напомню, Remix FX — это такой набор различных эффектов, которые используются, например, диджеями при живой игре, миксов. То есть это всякие фильтры, это разные повторы, скретчинг, там эффект остановки пленки или зажевывания пленки и так далее. Там всякие разгонные шумовые эффекты, дисторшн, ну то есть такие классические эффекты. Также здесь есть эффекты ревера, который появляется только в тот момент, когда мы здесь его добавляем, дилей. Орбит — это такой модуляционные эффекты, когда у нас есть фейзер или дилей, точнее, фейзер или фленджер. Ну, то есть классические вот эффекты из вертушки диджея. Вот они вот здесь выведены вот в качестве такого плагина. По умолчанию он стоит у нас на стерео-выходе, то есть весь звук проекта проходит через этот эффект. Если мы ничего не нажимаем, он ничего не делает. То есть это такой сквозной эффект. Вот. Ну, как только мы что-то в нем делаем, то, соответственно, затрагивается весь звук. И если у вас этого плагина нету на мастере, и вы нажмете вот в Logic Remote на кнопку FX, то у вас автоматически этот плагин установится в первый свободный слот на вот этом Stereo Out. Но у меня уже Remix FX изначально стоит, поэтому он, соответственно, работает вот именно вот в этом месте. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное — получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty — это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Итак, как он работает? Давайте я сейчас запущу воспроизведение, послушаем.
то есть, думаю, идею вы поняли. Тут разные эффекты. Слева и справа у нас есть одинаковые абсолютно пэтки. XY-пэт, так называемые. То есть, это эффекты, которые контролируются вот таким вот джойстиком. У нас по вертикали один параметр, по горизонтали другой. И их разные комбинации у нас могут выстраиваться в зависимости от положения вот этого шарика. И то же самое абсолютно здесь. И эффекты могут быть абсолютно одинаковые слева и справа. Единственное, одновременно не может и слева и справа быть один и тот же эффект. То есть, двух фильтров быть не может, двух воблов быть не может и так далее. То есть вы можете выбрать какой-то любой из шести слева и справа, как вам удобнее использовать. То есть я могу здесь выбрать фильтр, вобл, орбит. Орбит у нас это что-то типа фленджера и фейзера. Ну, то есть различные эффекты, дилей, ревер и так далее. То есть, допустим, я верну фильтр, сюда поставим, допустим, орбит. И здесь можно сделать предварительные настройки. То есть, когда мы уже взаимодействуем с эффектами, мы их настройки менять не можем, мы уже работаем с тем, что у нас установлено. А если я нажму вот здесь на настройки, то мы каждый эффект можем задать ему какие-то настройки базовые. То есть, например, для репита мы можем поставить первый режим, допустим, целый такт, а вот второй режим, допустим, полтакта. И, соответственно, потом, когда я буду нажимать эти кнопки, у нас будет соответствующие длительности повторы воспроизводиться. Со скретчингом то же самое, я могу даже его больше поставить, перед 16-ми, здесь, например, 8-ми. Тейп-стоп эффект тоже у нас такт, и, например, можно поставить полтакта. Настройки для биткрашера мы можем поставить, классический или экстрим, то есть более жесткий вариант. Здесь у нас для вот этого трансгейта танцевального мы можем включить шум дополнительно или отключить. Сейчас он включен. И можем различные длительности поставить. То есть сейчас у нас целые длительности, это там четверти, восьмые, шестнадцатые, тридцать вторые, то есть для ускорения. Мы также можем добавить триоли, чтобы проходили, или только триоли, ну то есть здесь можно настроить. И в зависимости вот справа и слева от выбранных эффектов у нас вверху меняются различные настройки. То есть, например, вот здесь для Orbit я могу поставить, чтобы только Phaser работал, или только Flanger, или их совместный такой режим, скажем так. Ну, думаю, что здесь все понятно. Дальше, у нас есть вариант включения вот этих замков, то есть Lock. Давайте, кстати, я открою здесь тоже Remix, чтобы было видно, что у нас здесь тоже все меняется в реальном времени. И давайте поставим воспроизведение. То есть прикол этого эффекта вот с замками в том, что у нас вот эти положения ручек слева и справа, вот этих джойстиков, остается в том месте, в котором я их оставил. То есть я сейчас нажму воспроизведение, у меня опять эффект включится. При том, что если замки, например, отключить, то эффекта нет до тех пор, пока я не дотронусь пальцем до нужного места. То есть это бывает полезно, кого хотите, например, фильтр поставить, чтобы он открывался. Изначально был закрытый. Я вот сейчас могу поставить воспроизведение. И как только я в нужном месте отпускаю фильтр, я могу потом замок отключить, и у меня сбрасывается эффект. То есть иногда для живых каких-то эффектов это даже удобнее, если вдруг случайно палец отпустил, чтобы эффект не пропадал. И если вдруг что-то там куда-то далеко ушло, можно всегда нажать на ресет, и у нас эффект отключается до тех пор, пока я опять не поставлю эти значения в какое-то положение. И то же самое у нас есть, если что-то мы куда-то увели значение. Вот в левом и в правом углу у нас есть вот такие значки центрования, то есть у нас как бы в центр возвращается вот этот параметр. И от центра мы опять можем уже дальше гулять, взаимодействовать с эффектом. То есть, думаю, здесь идея понятна с этим RemixFX. Он, в принципе, ничем не отличается от классического варианта вот, полноценного в самом Logic. Но просто мышкой, как я уже сказал, не очень удобно управлять. Плюс мы можем управлять только одним эффектом за раз, а тут мы можем сразу управлять всеми эффектами. Ну и, как я уже сказал, конечно же, пальцами больше контроля, ты больше чувствуешь, что происходит, нежели мышкой это делать. Поэтому, опять же, удобная вещь для использования. В
принципе, мы с вами рассмотрели все варианты. Единственное, напомню, что если вы хотите записать все то, что вот происходит, все, что вы делаете в RemixFX, вам нужно в Logic, в микшере включить на стерео-шине, то есть на которой у нас стоит, собственно, плагин, то есть вот здесь, вам нужно включить режим Latch, и тогда вот эта дорожка стерео-аут у нас создастся автоматически вот здесь в окне аранжировки. И проверяем, что режим Latch включен. И после воспроизведения при любом взаимодействии с RemixFX его все вот эти изменения, все наши взаимодействия будут записаны на этот трек. И, соответственно, если я сейчас посмотрю, то вот у нас записан график всех изменений тех или иных параметров, которые я делал в реальном времени. Ну, думаю, что это понятно, потом можно переключиться в read и уже дальше что-то отредактировать или мышкой уже дорисовать. То есть таким образом тоже можно вот записывать и добавлять дополнительный эффект уже на все звучание вашего микса с помощью RemixFX. Ну что ж, давайте двигаться дальше.